Впервые у сотрудников следственных органов, работающих в различных структурах, появился свой общепрофессиональный праздник. Согласно постановлению российского правительства, начиная с 2014 года, 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Эта дата приурочена к 300-летию со дня издания Петром I указа о создании следственной канцелярии. У сотрудников регионального следственного комитета в этом году получилось сразу два праздника. В январе они уже отмечали очередную годовщину создания ведомства. Но для следователей, чья работа сопряжена порой лишь с негативными эмоциями, дополнительный праздник, когда поощрять лучшим, будет не лишним. У данного праздника такая древняя, могучая история. Это огромное дело, очень полезное с точки зрения работы наших молодых следователей. Они должны понимать, что вступили в структуру, которая ведет свою историю уже больше 300 лет. И все мы призваны нашим государством помогать гражданам, защищать их права и защищать их интересы.